Так, в общем, с момента последнего видео прошло 4 месяца и где-то 4-4,5 тысячи километров. Но после того, как я 500 км проехал, у меня опять вся передняя подвеска задребезжала. Просто трэш. Вот сейчас ищу. В руки только дошли. Ну, в общем, вот. Я машину, когда вот так качаю. Вот, слышно. Это, короче, вот эта стойка стаба. Где она тут ее? Вон она, причем получается, причем стучит она именно по нижнему креплению уже к стабу и отдает на ту сторону. Сейчас я это колесо, эту сторону подниму, колесо сниму и гляну, что там. Пробег вот 142 800. Было, по-моему, 138 500. По-моему. Так, в общем, тягу снял. Получается, нижняя, которая, как я и говорил, к стабу крепится. Вот здесь вот. Вот здесь вот люфт. Конкретный люфт. А сверху ничего. А с той стороны снимал. Вообще нормальная стойка стаба. Так, в общем, заказываю я пару стоек лимфордовских. Крышку надо бачка заменить. Промывку, систему охлаждения. Заменю антифриз. И заменю в коробке масло. Так, и... Че, в остальном рычаги тут новые, наконечники новые. Не знаю, вот этот люфт, насколько он критичен по шрусам. Может вот это вот колотить? Ну да, в теории. Я как бы в этом люфте критичного ничего не вижу. Шрусы нормально работают, они не шумят, они не хрустят. Но вот этот люфт на... Получается, в кочках, мне кажется, его может быть слышно. Как раз, когда колесо ходит, тяга стремится укоротиться и удлиниться, скажем так. И вполне может этот... Вот это может быть слышно. С той стороны то же самое. Вот специально вычистил, чтобы показать. Вон он. Получается, в месте работы был сухой. Смазка была только сверху. Поэтому он износился. Сейчас я его набью смазкой, ставлю ее на место, эту стойку, чтобы и заказываю, чтобы доехать до магазина. И поменяю уже, как придут. Там вроде 3 дня. Так, в общем, пришли расходники из более-менее адекватной цены. Был вот только лимфордер, стойки стаба. Это они сделаны в Турции, турецкие. Промывка. Антифриз, это уже готовый. Вот я первый раз закер взял на пробу. А так у меня вот еще остатки. Это оригинал, уже разведенный. Потом промывка сама, новая пробка, потому что старая все кончилось. Так, вот, стойку стаба я одну вскрыл, к слову, сколько там смазки по заводу. Ну, втулки вон пластиковые видно прям. Вот, она сухая абсолютно. Сейчас я их все разберу. Смажу фордовской смазкой вот этой и приступим к их замене. Потом я приготовил воду, не знаю, 36 литров пока горячая, принес промыть систему охлаждения, заменить пробку.
Ну и заменить стойки стаба. Ну, кстати говоря, у меня как раз они, эти лимфордеровские, стоят. Сколько, 1,5-2 года они всего отходили. Но у них и цена как бы адекватная. Так, вот стойки готовы к монтажу. Пыльники обработаны силиконом. Добавил внутрь смазку фордовую. Ну и резьбовое медью. Вот еще я замутил такой вот органайзер для органайзеров. Верстачок. Сюда верстачок. Здесь вот тоже органайзер для органайзеров, но не доделал его еще. Тут еще несколько надо ярусов делать. Так, сюда еще верстачок надо повесить. Он готов, только надо его прикрутить. И полочка вот еще здесь вторая сделана. Ну а так вот пока как-то так. На улице где-то минус 15. У меня тут плюс 9. Но единственное, что сейчас промывать когда буду, придется запускать машину, ворота открывать, выстудиться, к сожалению. Так, здесь все, собственно, по-прежнему. Головка на 15 и шестигранник HV5. Медная смазка, все уже на месте, можно ставить колесо и опускать эту сторону. Ну и нужно будет домкратом поджать рычаг, чтобы поставить стойку стаба новую. Я использую домкрат от Скорпа. Так, и вот еще масло в коробку. Так, с водительской стороны все то же самое. Ставлю колесо на место. В общем, пробка не оригинальная, фирмы Крауф. Смысл в чем? Она тупо не закручивается сюда. Но я вытащил из нее сердцевину и перекинул на оригинальную крышку. Вот это я выкорчевывал. Это оригинальная пробка, сломанная. Это от Крауфа крышка. Вот она новая. Вот от Крауфа внутренности, скажем так. Все, и в таком исполнении все легко закручивается. А как она была изначально, крауфсовская крышка, ее ключом только-только она шла. Так что, такой. А заказывал я оригинальную крышку, отказ пришел. Я две заказал. Оригинальную и эту. На оригинальную пришел отказ. В общем, как-то так. Слил я между делом антифриз. Сколько вылилось, патрубок скинул от радиатора. И сейчас еще заодно в коробке масло. Так, насколько я понял, вот там вот болт на трансмиссии. Это заливной. Вот он болт под шестигранник внутренний. Это заливной. А вот сливной. В общем, залил очиститель и долил чистой подготовленной воды. Открутил сливную и заливную. На трансмиссии сливается сейчас вот масло. Вот она. И заливная. Вот отсюда доступ. Свет правильно подобрать. Так, и приготовил шприц. И примерно вот такой длинный шланг нужен. Сейчас подожду, пока стечет. Все до конца. Закручиваю обратно сливную. И заливаю свежее маслице. Ну, в общем, оно какое-то. Вот. Не сказал, что оно грязное. А, ну и вот хомут и патрубок для слива антифриза. В общем, заливную пробку довольно проблематично открутить. Я пробовал по-разному. То есть здесь с удлинителями наискось подходит
если вот так вот удлинители вставлять, а до конца не стоит не выкрутить. Я стоял шестигранник, и монтажка его распер между шрусом. Сорвался, и дальше я уже руками открутил. А нижний сливной, он вот такой вот трещоткой открутился. Вот у нас по книге получается 1,2 литра. И спецификация трансмиссионного масла MSS2C200D2. Вот она, MSS M2C200D2. 1,2 литра. У меня 2 литрухи. И шприц на 160. Как раз целая банка и полный шприц, и еще 50. В общем, вот шланг вставил, заливное. Заливной при этом закрутил. Вот у меня шприц. И вот у меня масло. И здесь вот сейчас буду закачивать. Так, в общем, все, я залил. Но не 1,2 литра, а чуть-чуть больше. Потому что в процессе, пока наливал, небольшое количество вытекло. Ну, тут, короче, типа грамм 5-10 я добавил. И вот видно шестигранник. Вот им. И я откручивал и затягивал. Вот здесь вот от шрус можно переть, чтобы открутить. И между рычагом и ним, чтобы затянуть. Вот я уже затянул. Запустил. Сейчас буду 20 минут ждать. 25, наверное, с учетом, что холодно на улице. По инструкции. И потом сливаю, проливаю и заливаю свежий антифриз. Температура сразу упала. Сейчас было 14 градусов. Стало уже 5, считай. Ну, жидкость поменяла цвет, стала синяя. Ну, то есть старая перемешалась со свежей. Машина пока греется. Еще радиатор еще пока холодный. Термостат не открылся. Так, вот уровень опустился. Охлаждающей жидкости. Термостат открылся. Патрубок горячий. Вот сейчас с этого момента 10 минут жду. Так, в общем, все. Жидкость красная. В общей сложности ушло где-то 3,5 литра где-то ушло в общей сложности. Вот от литрухи осталось. Так, тут еще параллельно думал, камера моросит. По итогу, оказывается, моросит сам монитор. Здесь надо вот так вот кабель отрезать и перепаять. Вот здесь вот где-то перелом. Грешил на камеру, там все разобрал. Но ни отхода без добра, там тоже кое-что сделал. Так, что остается? Надо будет завтра пороги в местах под домкрачивание, там антикор поправить. С обоих сторон. Вон у меня боди серый, правда. Ну ладно, черт с ним. И поставить защиту. Там на защите одно место тоже надо будет подкрасить. Собственно и все. И тест-драйв. Но должно быть тихо. Теперича. Так, в общем, вот. Все работает. Перепаял. Сейчас единственное, термопистолет нагреется и кабель уложить здесь и подклеить, и можно ставить. Так, в общем, защиту я поставил, стоит на месте, и антикор там, где хотел сделать, сделал, сейчас покажу. Вот тут, короче, на лонжероне я поправил, и вот эти вот места сделал, которые под опору домкрата. Лучше поднимать, на самом деле, под лонжероны. И сзади также. Ну, со всех сторон. В 4 местах.
там тоже лонжерончик подправил. Там лонжерончик. Ну и вот эти, да. Так, следующим будет у меня замена сайлентблоков на задней балке. Когда, не знаю. Так, ну у нас тут еще малеха похолодало. Ну так, до минус 15-20 давит. Из закромов достал автоодеяло, закинул. Сейчас тачка все равно на улице пока стоит. Как-то так. Так, ну в общем так-то чистенько. Ну кроме ковриков. Потому что я их не мыл. Так, ну мастерская сейчас трансформируется в столярку. Сейчас тут надо верстаки, короче, доделать, органайзер доделать, вот эти все мелочи. Так, ну чё, сейчас... Так, ну чё, сейчас ещё пылесосом внутри машины пройду. И, собственно, ТУХ закончено. Можно ездить и наслаждаться. Ну и сайлентблоки задней балки. Посмотрим. Пока еще не критично. Можно ездить. Они куплены.